И вот первое впечатление о Италии. Неожиданно приехали, а тут море, озеро. Красота! Идем купаться, да? Вокруг лебеди. О, лебедю, у лебедю плыли, Олик. Это наша машина. Осечка искупался. Поставил пакет холодную воду. Пиво с вином. Сейчас мы немножечко тут все разберем. Вот наша машинка. Очень классная. Нам она жутко понравилась. Мы рассчитывали увидеть что-то маленькое. А получился обалденный, я не помню кто, Peugeot. Да. Большая, очень удобная. Я очень быстро все делаю, да. Вот. Очень удобная. Мы уже успели ее превратить в дом на колесах. Там на заднем сиденье Хавали Лазман. Сейчас я покажу, где мы расположились. На берегу, значит, город Леко, я думаю, почти. Кемпинг. Озеро у меня записано, как называется, Леко. Вот, вот прямо здесь мы только что купались. Вот. Заходишь, очень холодно, а потом привыкаешь, а когда выходишь, мазы приятно. Вот там, на другом берегу. Городок. Подножи. Мы нашли у нашей машины очень важное изобретение, патент. Это столик, который сдвигается прямо из-под. Да. Его можно использовать для обедов и ужинов. Это наше место. Озеро, вон удочки плавают прямо тут же. Мы им ничего не дадим, потому что мы голодные. Вот началось купание красного коня. Очередное купание красного коня. На фоне зелени, холмов. Вода теплая, кстати. Лодок. Как они и жили. Хочется снять эту красоту утром после вчерашнего ливня с грозою. Это наш лагерь. Кемпинг на берегу озера. Вода спокойная, температура оптимальная. Ни жарко, ни холодно. Правда, вчера вечером был сильнейший дождь. Я думал, что подмокнем, но ничего. Все наше снаряжение нас не подвело. Это опять озеро. Скажи, чего? Это вторая наша ночевка. Город Бергамо был покорен. Но тяжело дался. И вот мы приехали на озеро Гардия, на его южную часть. И здесь остановились в кемпинге. В пятизвездочном. Но мы отказались от всех услуг. И поэтому жарим себе мясо на примусе. А Оля, используя преимущество нашей машины, делает нам салат. Олик, ты как? А умнее, что ему скажи? Это баба. Раннее утро. Пожалуйста, что-нибудь тебе снимает? А как я знаю? Нужно мигать. Мигает все. Раннее утро. Леська нам приготовила вкусную яичницу. Вот она какая. Красивая. Сейчас мы ее покушаем. Это и ночью. Мы ночевали в кемпинге четырехзвездочном. Нам очень все понравилось. Но озеро далеко, потому что у нас Шура близко к выходу из кемпинга. И мы ходили, купались.
Так оно выглядит. Мы сейчас позавтракаем, потом сделаем. Вот так выглядит кемпинг. Тут каждая улочка имеет свое название. А в ней это самое. Стоят караваны и палатки. Ну вот. Там впереди озеро Лагодгардия. Это наша сегодняшняя цель. Но с другой стороны. Мы хотим сегодня приехать в Арка. Вот. Тут жители. Оля, житель, несет мусор. Мы уже позавтракали, собрались. Отлично. Мы вышли на берег озера Гардия. Это наш кемпинг. Вокруг плещется вода. Озеро громадное. Где-то там есть арка впереди. Мы на самом южном конце его. Вот это замок и мыс, на который мы сейчас поедем, Савиньон. Тут мы вчера купались вечером, на удивление местной публики. Сейчас меня замочит. А вот это Олечка стоит. Олечка! Ура! Олька проснулась! Наш кемпинг. Юсеф вредничает. Он не хочет, чтобы я сняла кемпинг наш четырехзвездочный, в котором мы живем. Скольки звездочный? Четырех. Вот он идет вперед, вредничает. Да, все, это утро. Я не помню, какое сегодня число. По-моему, 16-е уже. Нет, 15-е. Уже давно почистили. 15-й день. Сегодня 15-е число? Юсеф? Да, похоже. Вот. Все, мы уезжаем отсюда. Едем в сторону Арка. Но по дороге мы заедем в несколько симпатичных местов. Бай. Иди давай быстро. Сермиона, он возле этих самых. Ой, какая прелесть. Тебя? Не знаю. Это что, не та кнопка? И до этого тоже было так. Показывай другое просто. Показывай другое. Вот. Мы находимся в замке средневековом Сермиона. Офигенный замок. Он находится на полуострове. Да, находится на узком острове. Осгарде. А это башня. Мы там только что были. Открывается вид на все четыре стороны. Да, открывается вид на все четыре стороны. Вот. Тут стены, а со стен... Видно городишко и видно гавань, охраняемая этого замка. А под замком есть гламурный городок. Сам. Вот это, да, это вот ров. Да, это такой гламурный городок. Почему он гламурный? Гламурный, потому что уже не средневековый совсем, совсем. А сверху озеро Гардия. А наш путь в Арк. Уль у нас пишущий мальчик. Она записывает наши все путешествия. А мы находимся в Сермионе, рядом с этим замком. Оля пытается сохранить для нашей памяти, где и когда мы были. По-моему, это бесполезно.